Именно с этого доброго всеми любимого мультфильма во Дворце культуры имени Воровского начались ретроспективные показы для всех желающих. Как известно, 2016 год объявлен указом президента Владимиром Путиным годом российского кино. И работники Дворца, пользуясь, так сказать, случаем, решили приобщать молодежь к нашей отечественной кинематографии. В планах у нас и патриотическая тематика, и развлекательные фильмы, и шедевры именно нашей русской кинематографии. Планы очень большие. Мы надеемся, что вы, наши дорогие уважаемые конаковцы и, конечно же, жители нашего города, поддержите нас, поддержите и президента Российской Федерации в его начинании, и обязательно придете, будете приходить к нам на эти замечательные показы. Первый показ нашел отклик как у маленьких, так и у взрослых жителей города. Правда, подвел гуляющий грипп, и народу пришло гораздо меньше, чем ожидалось. Но знаменитые приключения волка и зайца не могли не порадовать пришедших. Следующий показ состоится 18 февраля. На этот раз зрителей ждет трансляция фильма «Судьба человека», снятого в 1959 году по мотивам одноименного рассказа Михаила Шолохова. Приглашаются школьники и все желающие. Также можно оставлять заявки и пожелания.